Вот и в наш поселок Чешмы прилетели дрозды. Да еще огромная стая. Посмотрите, как они расселись на ветках деревьев. С этих веток они перелетали на рябину, которая росла неподалеку. Я их заметил из окна и вышел поснимать. Хотя в тот день солнца особо не было. И на небе была пелена. Поэтому фон для этих фотографий получился немного серым. Но несколько красивых фотографий, думаю, у меня получились. Немного еще поснимав на ветках эту птицу, я ушел домой, а на следующий день обнаружил, что эта стая вернулась. Но уже в этот раз небо было голубым, и у меня получились снимки на ярко-голубом небе. Дрозды все так же летали, но в этот раз уже объедали рябину с нижних веток, так как наверху она уже закончилась. Полеты дроздов очень стремительные, и приходилось сделать много дублей для того, чтобы получились кадры, где птица летит, раскрыв крылья. Кроме дроздов-рябинников, также была небольшая стая свиристелей. Они тоже попали в кадр. Видео в тот день я не снимал, поэтому короткое такое слайд-шоу к вашему вниманию.